Заказали на сайте Шиншилка вот такие вот вкусняшки для собачек. Стрипсы называются. Фирма Трикси. На упаковочке написано, что это с курочкой, с курицей. 100 грамм в упаковочке. Вот такие вот они продолговатые. На упаковке также есть дата, до которого используется, до 21 года. Фирма Трикси, это Германия. Давайте распакуем. Вот такие вот продолговатые штучки для собачек. Тут их должно быть 10 штучек. Даже 11 вроде бы. Такие вот продолговатые штучки. Очень подойдет хорошо для подкормки собачек. Можно за команды, вкусняшки. Может быть, вот так вот их лапмать на кусочки и давать за командой. Сложите, сложите. А, так, хорошо. Нельзя. Давай. Кругом. Нет. Кругом. 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 Хорошо, кругом. Еще. Еще кругом. Молодец, держи.